Финские дубленки минус 70. Акция проходит в рамках одного дня, они уже дня три торгуют. Каждый день шарики по-разному висят. Так, вот такие интересные курточки. Цены. Что, сколько стоит? 480 евро. Обалдеть. Ну-ка, это что? Так. Сколько там стоит? 43 900 рублей. 480 евро. Обалдеть. Обалдеть. Вот это. Ну-ка, это что? Тоже 480 евро, 43 900. Ну, нормально. Куртка женская. Это откуда такие цены? Это мужская. Наверное. Посмотри, ну-ка, что там по цене. $510 евро. Ну-ка, это. Обалдеть. То же самое. 46 900. Ну. А с этим месяцем что такое? С чем? Пока на что, настоящая кожа-то. Это вот это что будет стоить? 380 евро. 390. 390 евро. Но все равно ценник вообще. Обалдеть. Вот этот ценник. Ну и как, ребята, цены в магазинах. Кому понравились. Цены живые, но не настоящие. Кожаная куртка, которая мужские. Сказал продавец, стоит 14 тысяч всего. Вот такие там скидки. Всем пока. У нас сегодня снежок выпал. Ветерок дует. Домой валю. Потеплело. Растаяло.